И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Wolf, и сегодня мы продолжим выживать в этом прекрасном мире, в мире операции. Если что, вчера серия не вышла, потому что у меня просто не было сил снимать. Прям реально, я очень сильно устал, и еще походу подпростыл, ну, в общем, не было сил. Поэтому сейчас я записываю тогда, когда должна была выйти серия. Да, это первый раз, когда у меня вот так вот серия что-то сетовалась. Потому что я не снимал заранее. Я очень устал от арка, мне порой очень даже неохота заходить сюда. Но, как видите, я заходил сюда и сделал довольно-таки некисло. Но я же не буду вот это в серию закидывать. Ну, камон, я здесь просто устанавливал фундаменты. Конечно, провозился некисло, много времени потратил на все это время. На все это дело. Но сделал вот так вот. Здесь большой выход. Почему именно так? Потому что здесь, как видите, большая гора, и даже вот еще от нее осталось. Ну, я думаю, помните, как это все было сделано. Сделано у меня вот так. Здесь, да, здесь также осталось, кстати. Здесь ворота. Пока что не знаю, что как где. Туда поставил он плашку телепорта. Там у меня курятинки. Оп. Вот они мне здесь. Образовалась такая платформа. Я решил, что... А да пускай будет так. Вот пускай будет вот так вот. Они типа сидят на своих местах. Травка, муравка, все дела. Была идея заполнить вот это все пространство платформой, то есть дерево и так далее. О, ну, все, глянул и все, мысли пошли в разнос. Да, я сейчас еще также продолжаю немножко побаливать, но это все фигня. Вот. Была идея, но я понял, что это, во-первых, займет... Даже ресурсы — это фигня, ресурсы реально фигня. Вот благодаря вот этим двум чувакам там и вот этой дробилке мне вообще на ресурсы пофигу. Но я понял, что это займет очень-очень сильно много времени, и я понял, что не-не-не, мне это точно не нужно. Дом, как видите, снес, импровизированный, пока что ничего нету, да и в целом это не нужно. Если так все хорошо. Да, там сверху, если что, падают. Я не спорю, динозавры падают, поэтому нужно будет, по идее, что-то придумывать. Возможно, я сделал что-то типа навеса, и чтобы, если они будут падать, то они будут туда укатываться за край. Да, у меня здесь стека падал, но это еще до того, как я здесь вот это все застраивал. Вроде после томления Деликоруса. Да-да-да-да. Еще опустошительницы. Я их так назвал, ну как бы, по крайней мере, это более логично. Вот, по крайней мере, до ее появления еще вот это было. Вот, отлично, два выносливости, отлично. Что сегодня пойдем? Пойдем в ту самую пещеру, которую я хотел сходить уже давно. Так, нет, для начала нужно починить все инструменты. О, арк, не лагай. Так, это мне, ну ладно, пригодится, возможно. Это тоже пускай пригодится. Че-то я здесь в настройках в такое все-таки настроил хорошее. Что-то я здесь такое настроил, что у меня надписи не отображаются, когда... Блин. А как сбросить настройки в дефолт, а? Кто-нибудь мне подскажет? Короче, суть в том, что... То есть вот пока вот это слева вверху отображается, у меня не отображается, допустим, надписи сверху экрана там, о том, кто что такой левел получил и так далее. Ну, то есть такая вот тупость, короче, чутка маленькая, это прям. То есть вот, допустим, я сейчас качну урон, да? То есть вот видите, так она отображается, так не отображается. Направляю, допустим, куда-нибудь, то есть она вот исчезает. Это за собака, видите, оп, появились. Что я такое нажал? Я не знаю. Вы знаете, напишите в комментарии, но это может... Target class name. Я не знаю, Alt-D может... Ой, да, в жопу, короче, все. В жопу, короче, все. Погнали. А, инструменты починить. Отлично. Погнали! Сейчас у опустошительницы урона побольше. Так. К
Кстати, да, по вот этой она сейчас спокойно лазит, без проблем. Но я вот думаю, как лучше спуститься. Наверное, лучше спуститься... А, ну а чё, я сейчас здесь обойду. Вот так вдоль стены. И туда спрыгну. Вниз. И всё. Чё я, блин, тут вот придумываю тут? О, отлично. Ни копеечки урона. Вот с такой... Ой. Ну, вы, короче, поняли, да? С большой высоты там ни копеечки урона. Отлично! Просто замечательно. Устал. Устал я просто, поэтому вздыхаю. Не обращайте внимания. Честно, я бы сейчас лег бы спать. Но надо снимать серию. Да и... вопрос, а что же в этой пещере, не дает мне покоя. Кстати, да, я для аверации поставил настройку гаммы вот такую. Для стандарта 3, для ночного режима 4. Так, это и днем посветлее, и... Мать твою. Вот, и ночью получше. Ой, да ладно, это пещера артефакта, что ли? Ты серьезно? Экс. Ну окей. Ну что ты вот куда-то вот? Такс, куда я тут иду? Тут самое главное реально не бежать. То мало ли что, где как, зачем. Надеюсь, здесь не будет ядовитого вот этого там какого-нибудь газа, от которого я буду получать урон. Воду слышу. Воду вижу. О! 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 Лучше хвост, кстати. Коса, кстати. Здорово! Алло! Я с тобой разговариваю. Говорю, здорово! О! Олец. Так, лучший хвост. Вот так ж вы задолбали. Вот здесь меня рапторы сбивают с седла намного чаще, чем где-либо в целом. Вот, видите, опять тут сверху отображается. Кстати, из-за этого могут отображаться лаги. Да, из-за того, что вот этот сверху не появляется. Когда их накопится слишком большой надписи, и у меня начинает подлагивать. Не знаю, с чем это связано, но вот такая вот жопа. И мать вашу! Тихо. Так, надо shift. Ой, мать. Ой. Эдж. Эш, что там такое? Ты что, тоже лучший хвост, что ли? Выброшено лучший хвост. А, это, наверное, какаху навел. Ой. О! Заметка. Классно. Заметка это хорошо. Тем, что я сейчас ее подкачаю. Ой-ой. Ой-ой-ой. О! Это я в смысле к вам, что ли, пришел здесь? Точно. Ртоплевра, пошла в жопу! Овца! Пошли вон, ублюдки! Что вон все! Ненавижу вас! Козлы! А чего вы такие пассивно-агрессивные? Так. О! Это что-то это. Кстати! Вот сейчас смотри. Вот уберется, да? И вот сколько надписей, да, сразу же. Блин, я что-то явно не туда нажал. Так, что там было? Alt-S еще есть. Ой, Alt-L я нажимал. О! Alt-L! Alt-L это говно убирает. Иди взад, иди отсюда. Ты что, дурной, что ли? Дурная? Где? О, Alt-L. Так, значит, Alt-D надо назад вернуть. Вот. О, фух. Чем мне казалось, я четное число раз нажал это, но да бог с ним. Так. Подожди, а как я назад потом вернусь?
Не, ну окей, у меня есть телепорт. Ага, вот, 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 вот. Ну ни черта ж не видно! Ты дура что ли? Ой, тварь! Ще плюнул! В рожу себе плюнь! Что, сверху упала? Ах ты ковзла! Ковзла? В смысле? А это что не отображается? Так. Угу. Так, а сверху все еще не отображается. Ух, причем вот это вы бы знали, как бесит. Онлайн тебе сезон. Бля-бля-бля-бля-бля. Ну и не знаю, может еще Alt-O. Alt-O. Я как-то нажимал. Так, ладно. Неважно. А, нет, сейчас бы отображался. Так, давайте-ка с этим разберусь. Ну и пошел он в жопу. Может, у нас всегда так было. Не помню. Так. Не сразу зашел. Я хотел... Ого, аж 3 левела. Классно. Так. Куда... А что здесь дальше-то делать? Заныривать вглубь, что ли? Но я этого не вижу здесь, что-то еще, чтобы было. Окей, я спустился в пещеру, я спустился в самый низ, а что дальше? Что здесь делать дальше? Так... Я что-то нашел, я куда-то вышел. Так, отлично. И куда я вышел? А, это я вышел обратно. Так, стоять. Так, погоди. Нет, это GPS. Ага, вот. Alt-O это отключать отображение, оно классно. В смысле? Нет, я не назад вышел. Так, мочить сначала. Ну это вы, короче, зря придумали, ребята, я вам так скажу. Это прям плохая была идея. Ну, я пытался помочь. Я даже почти дробовик достал. Я забыл опять, что это... Я реально за две предыдущие карты настолько привык, что они не сбрасывают, что теперь они сбрасывают. Это просто кошмар. Вот это меня еще сильнее бесит. Бесит. Так, ладно. Ну, это реально другое место. Ну, где, блин, я? И что я вообще здесь делаю? И вообще, зачем сюда приперся? Ужас. Так, здесь ни ля ничего нет такого, чтобы я мог как-то куда-то и где-то проскочить без сознания. Вот, наверное, случайно под раздачу попал. Ай, блин, реально это раздражает надпись. Не, раньше этого точно не было. Как она так сделалась, я не знаю. Но потом надо будет что-то разбирать, придумывать. Так, иди в баню! Да иди ты в жопу нафиг. Задолбаете. Так. Что-нибудь это даст? Ничего не даст. Чё я? Где я? Зачем я здесь? Чё за странная пещера? Ах. Я вообще не понимаю, зачем эта пещера нужна. Да и пошла она. Ладно, разберемся. Так, хорошо. Одно я починил. А, если зайти в настройки и вот эту галочку поставить, то вот это будет исчезать. Одно я починил. Отлично. А еще это, походу, дело пещера с артефактом. Потому что вот встав вот сюда, я слышу какой-то... долбанный сраный звук. Ну, звуки такие, которые обычно произносят какие-то артефакты.
А еще, если смотреть через камеру, то я вижу вот эту вот хрень. Обычно это хрень около артефакта. Остается только понять, как туда добраться. Это если что, я вернулся в самое начало. Ну, как бы тоже недалеко ушел от этого начала. Так, погоди-ка. Погоди-ка. Мне казалось, это то место, где я был. Как будто бы не то место, где я был. Ага, это... Серьезно, скат? Идите вы в баню. Скат здесь заспавнился. Да и пошел ты! О, зато выдру. 112-й, прикольно. Ненавижу пираний, потому что они уроды. Так. Вот это, походу, дело вход. Ну, либо я сейчас зря этого убил. Вот его зря убил. А может и не зря, бесят они меня тоже. У меня такое сейчас настроение, меня все бесит и раздражает. Но чё-то, походу, я тоже не туда куда-то забрался. Нет, здесь тоже ничего нету. Отлично. Отлично. Это тоже не то место. Блин, ну чё, мне карту грузить? Но судя по времени серии, мне пора уже карту грузить. И иначе я здесь просто вот в этих 3 сантиметрах буду блуждать еще 3 дня. Да уж. Ну ладно. Короче, я не знаю, еще ничего не загружал. Вернулся назад. Искатель? Так, подожди, через Shift. Ай, в задницу. Да блин, зум отвалился. Зум отвалился! Да ты серьезно, что ли? А почему он зум отвалился? Мне до этого же галочки не стояли. Искатель. Искатель же это нижний. Ой, там сколько всего нехорошего. Пустошители. Вернулся сюда, чтобы проверить, что как где. Если свалюсь вниз, то если что, у меня есть телепорт, и я отсюда выпрыгну, вернувшись на базу. Ну-ка, давай-ка, все-ка сюда-ка, на тебе всем. Вот это вот, эх, пизделей, все хватит. Так, а там кто это? Не, я туда падать не хочу. Но у меня больше вопросов, как туда добраться. Алло, блин. Ну, отлично, еще и землетрясение. Ну, вообще супер, я сейчас вообще грохнусь еще вниз. Не, синенький кристалл надо подбирать. Надо подбирать синенький кристалл. Блин. Так, погоди-ка. Вот отсюда я пришел. А я здесь выход какой-то нашел. Идите ж, пассатиш, а я вас как раз сюда скинул. Ну, ё-моё. Ну, скинул, так скинул, значит, завалим. Не-не-не-не-не-не-не. Не надо ко мне сюда идти. Ну, отлично. Я, по сути, туда не могу перепрыгнуть на пустошителя. Он не слишком далеко прыгает, в данном случае она, но... А не, получилось отлично. Фу, повезло. Артоблевр, иди в зад! В зад иди! Ненавижу вас! Отлично. Вот вас я вообще ничего не помню. Уйди от меня. Я реально про них вообще ничего не помню. Как они атакуют, что они делают, насколько они опасны и так далее. Мать вашу, ну вы серьезно? Вот ты сейчас, серьезно? А, вы там еще и застряли, ну классно. Я не против. Я очень даже не против. Не, ну я очень рад, что я уже нашел хоть какое-то продвижение. Не, 104-х надо было пустошить и хорошо. Но у меня 116-я была изначально. Да. О, отлично. Я пришел туда, где... То место, которое я говорил, что слышал звуки. Оу! А что у вас тут так много? Ну точно! Артефакт!
Так, не надо мне вот этих ваших звуков. Знаю, как вы, твари, вы там с потолка на меня дропаетесь. Слушай, реально, я не хотел идти за артефактом, но я нашел артефакт. Я вообще думал, это другая пещера. Блин, короче, это... Я ошибся. Но артефакт есть артефакт. Не рядом с домом. Я плашку телепорт, конечно, не сделал. Это, конечно, такое вот... упущение с моей стороны, я бы так сказал. Но как же ж она плохо атакует, а? Ой, как же ж она плохо атакует. Ну идите вы в зад, ну и пожалуйста. Пошел в жопу. Спасибо. Ублюдки, мелкие твари. Все шмотки меня поломали. Просто козлы. Где ты там уже влазишь в стене, где-то там лазит? А, во, вижу. Вижу тебя. Я тебя вижу. Желательно тебя вывальнуть. Вот, спасибо. А я смогу тебя там это... О, смог, отлично, достал. Так. Их там много. Вау. А нифига себе. А какое большое помещение. Еще и на такой платформочке стоит. Прикольный. Так, ладно. Я одно точно могу сказать. Еще одного такого зажатия. Не-не-не-не-не, братка, нет. Сестру, не брату, не надо стоять. Мы не будем опускаться до их уровня и убивать невинных. Эпа! Невинных, сказал, не будем. Опачки. Так, я рапторов не вижу, да? Отлично. Рапторов не вижу, значит все нормально. Погнали! Мочить всех. Опа! Ну ладно. А чё, они ждут и еще кто-то ждут. Погнали! У-у-у! Лучший хвостик, сорян, братан! Давай, быстрее! О! Вижу раптора, вижу преграду. Оу, это было неплохо. Это был хедшот. Вот что вы здесь спрятались, а? Алло! Я вас спрашиваю, что вы здесь спрятались? Ой, да и сиди там, короче. Пошли вы все в задницу. Задолбали. Интересно, здесь смогу потом телепорт поставить? Нифига себе, там сколько всего стоит. Да не надо мне... А, там внизу. Задолбали мне эти звуки. Так. Ну, отлично, чё. Зато все огонь. Все отлично. Блин, все казалось намного легче, чем я ожидал, но где-то ну, по нормальным пещерам не бегал. Здесь нормальные, продуманные пещеры. Здесь много так блуждать приходится. Еще. О, вот так, наверное, получше будет. Сейчас будет прикол, если я. Не, спасибо. Если я это еще и к выходу выйду еще с другой стороны с какой-нибудь. Ой-ой, да идите вы в баню, ну серьезно что ли? Ну вот ты что сейчас серьезно? Вот это серьезно, да? А там что-то чуть. А чё вы не двигаетесь? Ой, да пошли вы, короче. Пойду я отсюда. Вот, пойду я отсюда, короче. По идее, мне нужно будет также 3 артефакта, но вот с Роквеллом я точно хочу будет потестить на бете, ой, на гамме отдельно. Потом на бете и на альфе. Здесь чисто свои эти, потому что гамму завалить налегко. И, соответственно, да, мне также, я думаю, там же также по одному артефакту нужно будет. Я думаю, мне также придется каждого по отдельности убивать.
И в этот раз не из-за того, что о, я хочу каждого убить по отдельности, а из-за того, что. Ну да, каждого хочу убить по отдельности. Но на гамме легче будет проверить то, что челики делали на видосах. Так. Подожди. А, ну да, все правильно. А обратно вот сюда. Еее! Я не заблудился! В трех камнях. Ну, тут деревьях нету, по поговорке три дерева. Ну да ладно. Так, это сюда, здесь пробегаем, здесь вылазим. Выплываем. На тебе! О, хитин золотал, отлично. Тихо-тихо-тихо, лагать-то только не нужно. Так, включаем яркость. И вот и все, и вот он выход. Отлично, отлично, просто великолепно. Ой, я заблудился. Так, так, и где-то здесь уже будет выход. Все выше и выше и выше. Где-то здесь будет место, через которое на Диносе не пройти. А только с помощью криокапсулы. Да, честно, я вот... Вот еще на Айсланде играл, я думал, ну блин, ну прям, вот то, что я использую, типа, ну это же неправильно, вот неправильно. Ну, разработчики же задумывали по-другому, нельзя же вот так переносить диносов. Потом посмотрел, как люди в пещеру криокапсулами заносят диносов, и знаете, вот просто вот камень с души упал. Я такой, ну и пошло оно все. Че я зря, короче, переживал? Люди и без меня, короче, нормально так это жульничают, скажем так. Вот. О, о! Они же на улице, да? Туда не стоит телепортироваться, да? Я же правильно помню? Блин, надо будет посмотреть. А то еще я телепортнусь по дурости. Блин, а если я случайно нажму, я же телепортнусь, там меня просто испепелило все. Ой-ой-ой, как будет весело. Вот такие вот дела. Да, ну вот так, глазатый, зато артефакт глубин. Понимаете? Чувствуете, как это? Вот такая вот фигня. Ладно, в следующей серии нужно будет уже пойти. Я для чего 7-то взял? Я-то думал, это другое место. Нужно будет пойти... в другое место посмотреть, где это вообще, что это, и притомить этого. Я хочу яснокрыла притомить. Да, он для меня он самый клевый. Вот прям самый клевый это яснокрыло. Такие вот дела. Серия следующая выйдет завтра. Вот сегодня, 23-я она вышла, поэтому 23-ю. Потому что вчера, то бишь сегодня мне... Точнее, вчера, то есть вчера, позавчера мне было... Не было сил снимать. Я снимаю, короче, 22-го. 23-го. Следующая серия выходит 24-го. И я очень старый. Надеюсь, что все будет хорошо. И также будет через день продолжаться все это дело сниматься. Ну, а я на это уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. И комментируй, наконец, делиться моими видео с моими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.